Всем доброго времени суток, дамы и господа. Давно не виделись, видос, где я ныл на Valorant. И да, это снова видос такого более-менее разговорного формата, но здесь я, наверное, буду принимать участие в данном видео как оператор, нежели как действующее лицо, которое рассказывает вам какие-то истории или обсуждая что-то. В общем, в целом история такая. Сегодня мы с другом ходили в кинотеатр на фильм «Операция Фортуна» от Гая Ричи. Не буду спойлерить ничего насчет этого фильма говорить. Если захотите, вы напишите в комментариях, если вообще посмотрите этот видеоролик. Ну и в общем, мы что-то мы заказали билет на 21:35, а заказали мы его в 20, ну короче, 20:00 примерно. И то есть, грубо говоря, нам нужно было ждать час, и что-то мы сидели, пока ждали сеанса, разговорились насчет Valorant и КС-ки. А мой товарищ, он, не буду говорить его имя, вы все равно его так увидите. Мой товарищ, он просто-напросто большую часть времени потратил на CSGO, и как бы я его позвал поиграть в Valorant. И долгое время, ну достаточно большой промежуток времени, он играл со мной в Valorant. И сейчас вы, наверное, услышите как бы от Беркута, да, он в КС-ке как бы Беркут апнул, с чем его я поздравляю. Лично я вообще апнул там два калаша, и это был мой максимальный ранг, и на КС-ку я вообще забил хер, и в целом я ее забросил. Ну, в общем, вы сегодня услышите, что думает Беркут о Валоранте, он даст свою оценку, и если вы с чем-то будете не согласны, то все вопросы к нему. Если что, пишите в комментариях, как бы, что думаете, понравился вам видос и так далее. Не забывайте про мой Twitch, ссылки в описании. И вообще все в описании. Приятного вам просмотра. Насчет Valorant. Valorant. Говно, какашка. Почему? Потому что когда я первый раз скачал Valorant, первое, на что мне дали обратить внимание, это на магазин. То есть первое, что ты заходишь, это ты обязательно смотришь, что в магазине находится. То есть для меня Valorant изначально воспринимается как просто какой-то маркет-магазин. То есть люди там спускают больше денег, чем, допустим, играют. Это факт. А остальное, сам геймплей это просто перебитая КС с некоторыми вырезанными фишками, основными вырезанными фишками, некоторыми даже с ворованными фишками. Допустим, то, что ты бежишь быстрее с ножом, чем с любым другим оружием, это, ну, это спизжено. Просто перебитый клон. Там есть, конечно, свои фишечки, да, но, допустим, есть трос, да, но, допустим, в Counter-Strike есть Control Jump. Да, что тебе дает Control Jump в КС-ке? На Control Jump ты можешь некоторые карты сократить себе проход на другую точку, если ты знаешь, как им пользоваться. А в Valorant нет такого. В Valorant есть трос, которым может пользоваться каждый, не имея какого-либо определенного навыка. То есть скилл тоже как бы в КС-ке важен. То есть эта фишка вырезана. По поводу персонажей. Там много посредственных персонажей. Допустим, есть смокеры, да, есть Омен, есть Астра. Астра, или как там называется? Астра. Да, 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 Астра. Есть и... Бримстон. Бримстон, есть Харбор, есть Вайпер. Ну, Вайпер там как бы немного отличается, но тоже смокер. Какой Харбор? То есть, а, да, Харбор. То есть, как бы, по сути, они все однотипные, не имеют ничего индивидуального по навыкам, ну, с технической точки зрения. Как бы, скинчик разный, но, по сути, это навыки в какой-то степени, 60% они одинаковые. То есть добавлять персонажа, а ты знаешь, что какие-то похожие навыки уже есть. Это, ну, посредственность. Это типа люди не работают. Карты какие выходят. Карты, ну, дерьмовые, типа. Нету такого вертикального геймплея. Допустим, самая идеальная карта, которая есть в Counter-Strike, это The Dust и второй. И Mirage. Inferno. Нет, Mirage. На Mirage. Мираж немного странно играется, я не знаю, как тебе объяснить. Да и там много читеров попадается в ММ, поэтому я не играю в Мираж. Хотя недавно какие-то даже вроде убрали из ММа. Почему? Почему Инферно, по моему мнению, самая лучшая карта и почему это эталон? Во-первых, она построена абсолютно интуитивно понятно. То есть ты смотришь на карту, тебе говорят, допустим,
есть первый мид, второй мид, есть это банан, банан. То есть ты сразу запоминаешь по формам, сразу запоминаешь, что на каждой карте есть свои обозначения. То есть право-лево, мид, А точка, Б точка, нет никакой третьей точки. То есть и как-то играется на этих картах намного интереснее, потому что там многоуровневый геймдизайн, или как он правильно называется. В Valorant такого нету, там максимум 1-2 этажа. Это очень скудно. Что по последней карте Lotus, ну это просто полный пиздец, ребята. Ну тут я соглашусь, да, карта это ебаный лабиринт, говно, там три точки, как оборонять их правильно. Хотя играет 5 на 5, куда вставать по 2 человека, куда вставать по 1 человеку. То есть тот, кто обороняет... маленькая карта, просто до изможения, она очень маленькая, блядь, по сравнению с Хайвеном. Ну когда ты выходишь на точку правую, я не знаю, как называется, А или Б, то там огромное пространство, прям такое огромное, там, где еще стенка рушится и переворачивается. Там огромное пространство, а там вроде как же должны на снайперках файтиться, но все это говно. Как бы это единственное пространство, где ты можешь пофайтиться на снайперках. Допустим, на Инферно ты можешь в нескольких местах пофайтиться на снайперках. Это на Сити и Плент Б, это на Миду, это на втором Миду. Это ты можешь с апартаментов выйти, тоже чекать библиотеку. То есть мест для файтов много. Я вообще не говорю про Дедаст, и там можно вообще на любых дистанциях файтиться на любых оружиях. Там и Зига закрытая, там и открытые длинные дистанции, как Лонг, Мид и прострел через Сити. То есть на любом оружии можно комфортно играть. На картах Валоранта ты не сможешь реализовать разное оружие. Что по вооружению в Валоранте очень скудненько. То есть у нас имеются две ППшки, две снайперских винтовки, два пулемета, один из них, который почему-то никто не берет, я не знаю, как он называется. Один РСК, две штурмовых винтовки, бульдог, получается три винтовки. Три штурмовые винтовки, две ППшки, две снайперские винтовки, два пулемета, три дробовика. Три дробовика. Ну, шотган как пистолет, как во второй слот, я не знаю. ЦЗшка тоже скопированная полностью. ГОС тоже скопирован с ЮСПА. Классик тоже скопирован, как будто с ГЛОКа. Ну, это и есть ГЛОК. Что там еще? Ну, у ГЛОКа нет второго режима. Почему у ГЛОКа есть второй режим? Нет, я имею в виду дробовика. У ГЛОКа есть просто очередь. То есть в контре больше вооружений. Больше вооружений, как-то больше играется. Так, интересно с разного оружия пострелять. То есть даже там есть две ОМ-ки, несколько ППшек на разные дистанции, разные пробивные способности, несколько пулеметов, несколько дробовиков. Как бы из снайперов есть плетка, как она называется, есть муха, есть АВП. Скар. Да, скар называется. То есть интересно. И каждый раздел. Можно флешки закупать в контре, флешки хоть сколько ты закупаешь, можно их передать другому чуваку. А если ты пикаешь персонажа в Valorant, то ты ограничен в своих способностях. Если ты взял дуэлянта, то ты не выстоишь даже при том же уровне игры против троих людей. Типа, ну это имбаланс. Но ты учитывай то, что в Valorant есть еще станущие способности. Та же самая неонка может спокойно выставлять один против троих. Там просто если ей повезет, застанет определенного персонажа. Или та же самая Фейт, которая полностью может отключить способности... А, нет, Кая, которая может полностью отключить способности других персонажей. Также в Валоранте есть очень имбовые персонажи, допустим, Рейна. Да, то есть при любом убитом персонаже может захилиться, может отхилиться, может инвиз врубить, или как он называется. То есть неуязвимость, типа полуинвизом, я не знаю. Есть еще Вайпер имбовая. Какой там еще? Чем она имбовая? Ну, Вайпер, она может стенку пробивать вот так вот. Ты можешь просто заходить, плантить, все. Мне кажется, ты перепутал. Вайпер же стенку кидает такую. Ну, она не пробивает, она просто ставит стенку. Ты просто за нее заходишь и получаешь небольшой яд, но потом этот яд откатывается обратно на пол ХП. Вот, это имба. Ты как бы закрываешь просто визибл, и что врагам делать вообще не его. Я не знаю, как заходить, типа, за эти смоки. Потому что ты заходишь, у тебя хп уменьшается, тебя просто смусят нахуй, потому что когда ты выходишь, у тебя еще немного есть ослепление. То есть тебя враг видит раньше, чем ты его. Просто потом закидывать все смоками. Учитывая то, что в Валоранте еще есть классы, ты забыл упомянуть ревил. Персонажи, да, которые именно обнаруживают других персонажей. Я имею в виду Сабу, Фейт, Кайо и остальных. Не знаю, как это отыгрывать, я даже представить это не могу. Еще, что меня последний раз выбесило, это то, что можно взять раунд
даже если он решающий, может спокойно просто вкатить все ульты. Если все 5 человек вкатят ульту, все, это победа. Это никак не контрится. То есть, допустим, недавно я играл на сплите. Нет, не на сплите. На хайване. Там, где три точки. Там есть точка с балконом, как она называется? А или С? Нет. С это противоположное. Там с балконом. А, да, это А. Это А. Чуваки просто вкидывают инфу, ой, не инфу, а ульту туда, залетают, блядь, Оман раскидывает смоки, на хэвен закидывают, на вход закидывают, они заходят, все, нихуя не делают, ставится плент, бримстоук, или как он там называется? Смокер? Да, смокер. Просто ебашит ульту, когда там остается пару секунд до взрыва, все, ты никогда не заберешь этот раунд, все, это не могут забрать раунд спокойно, если он решающий, это просто пиздец. Но ничего не мешает по таймингам зайти с мида и дальше пройти вдвоем, там, не знаю, спину попробовать, смотри, забрать того же самого грима. А как ты будешь заходить, если ставятся смоки на проход? Не, я имею в виду, я говорю уж, с мида зайти, то есть сзади со спины зайти вдвоем с напарником, просто постараться либо вдвоем кого-то убить, либо в размен. Да, противники могут, типа, зафейковать. Ну так они же сам сказали, что они же могут... один может просто ульту юзануть, типа там, он может смок набросить, потому что он тоже имбовый. Он может через всю карту типа смок накинуть. Это ебать. Ну и через всю, раз дистанция все равно у него имеется. Еще мне кажется, что Valorant — это чисто коммерческий продукт, сделан для того, чтобы продавать свои скины. Это перебитый Counter-Strike. Я не знаю, мне не нравится эта игра. Вообще не нравится стрельба в этой игре. Сколько лет ее разрабатывали, стрельба говно, спрея нету, ты его не заучишь. Какой-то эффект рандома, типа, добавили для этой стрельбы, чтобы каждый дурачок может на халяву голову поставить. Вообще это... И я заметил то, что большинство убийств, процентов 80, даже 90, убийства происходит в голову. В контре это убийство, ну, не знаю, 30%. Там, когда, допустим, играешь в рейтинг какой-то, как он называется, там сам можешь карты выбирать, там еще, типа, премиум режим называется. Там так нажимаешь, там показывается процент хедшота. Если в среднем человек набивает там 15-20 фрагов, то там видно, что средний показатель хедшота 30%. В Valorant же это процентное соотношение 80%. Это пиздец. То есть, зачем тебе учить спреи, зачем тебе контроль, зачем тебе понимать оружие, если ты можешь просто взять пистолет и надрочить голову. И ты будешь просто по головам ходить соперником. Смысл стрельбы, смысл зажимов тогда. Это просто ХСДМ, хедшот, дедматч. Это просто пиздец. Я недоволен. А, еще по поводу комьюнити, блядь, игры. Я знаю, что комьюнити Counter-Strike — это токсичная, блядь, комьюнити, но это хорошая комьюнити. Там я нашел нормально многих ребят, нашел друзей себе. И вообще большое комьюнити, которое развивает. Вообще, что еще очень хорошо в контре, то что ты можешь создавать пользовательские какие-то режимы, пользовательские карты. Это тоже можно делать. В Валоранте. Нет, ты имеешь в виду мастерской создать свою карту? Да, мастерской, ты можешь какие-то аддоны. Я помню, мы с пацанами играли в прятки в КС, так же кайф. Тебе ничего делать не надо, ты просто скачиваешь режим мастерской. Ты можешь играть на других картах, интересно. Есть вообще сервера под чистого АВП, где ты можешь тренить АВП с другими, типа, друзьями. Там музыка будет, там и сервер шизофрения, но это же чисто кайф, типа. АВП тренишь, с пацанами играешь, прятки, хуятки, там можно даже Уна поиграть в Counter-Strike. Вот, в Valorant такого даже близко нету, и никто этого не планирует делать, то есть скудненько как-то все. Полигон один, полигон... Ну там есть функционал полигона, и он какой-то странный. А допустим, а в контре ты можешь тренить, что ты захочешь, как ты захочешь. Там такие полигоны делают, просто ебанешься. Как бы, несмотря на то, что Counter-Strike много лет, и он мало обновляется, когда там операции прикольные. Хотя, кстати, когда проводились операции в Counter-Strike, там скины намного красивее, чем в Valorant. Я не знаю. Мне больше нравились скины в Counter-Strike, чем в Valorant. В Valorant скины как бы подразделяются на редкости, как я понимаю, правильно? Да. И некоторые из них прям переоцененные, прям пиздец. Есть прям красивые, над которыми старались, а есть которые, ну, я не знаю, ну, говно. Ну, допустим, БП, ну, говно чистое, ну. Правда тебе скажу, который последний. БП, какой сейчас сезон идет? Эпизод 6. Эпизод 6, блядь. Потому что сезона нету, там эпизоды нахуй какие-то. В каждом эпизоде по 3 акта. Там есть скин, там просто нарисованная картинка, и она просто варьируется на все другие скины, блядь. Просто если на скине один
рисунок, то такой же скин у тебя, ровно такой же, просто он наложили. Его нарисовали один раз и наложили на другие скины. Это просто пиздец, я не знаю, как это типа обосновать. Ты покупаешь за 600 рублей БП, и тебе даются какие-то статусы, какие-то карточки, визитки, которые типа, кроме как в менюшке и в загрузочном экране, тебе нигде типа не показываются и ничего они особо не дают. Типа, это просто пустота. В Counter-Strike же БП ты можешь... Мало того, что ты окупаешься, у тебя еще переокуп есть, ты еще можешь другу что-нибудь задарить, как я это делал. Помнишь, я тебе дарил ту тетку, которая... С очками? Да, да. Да, я помню. Я потом продал. Я перекупил БП в три раза. Три раза перекупил его. То есть, если ты играешь активно, мало того, что я перекупил его, я закупил себе скины, я еще и медальку красивую ап. То есть, вот там среди. Это вообще, это просто космос. Ребята, ну камон, Valorant, задумайтесь. А, еще по поводу анимаций. В Counter-Strike анимации пищи. Конечно, это может сопоставить с тем, что, допустим, анимации в Valorant по поводу скиллов, так как они там руки достают, магию кастуют, это сделано просто прекрасно. Это просто прелестно сделано. Но все остальное, это просто, это плакать хочется, ну правда. Я смотрю, как Рейна достает свои навыки и потом поднимаю глаза и смотрю, как модельки персонажа убого двигаются. То есть, ну они убого двигаются, это, ну, это Counter-Strike 1.6. Это просто жопа. Можно бесконечно любоваться анимацией ножа в контре. Любой, покупая нож, ты будешь кайфовать. Так, просто, они очень плавно сделаны. Анимация то же самое. У нас же бабочки в Valorant примерно такая же, что и в контре. Она не то. Ну, в Valorant он просто открывает его, крутит. При этом его, еще крутит. В Valorant есть, мало того, что анимация классная, так еще и сам нож анимирован. Если хороший нож, понятное дело. Какая-нибудь нож-бабочка РГБшная, она меняет цвета. Да. Или даже самая, не знаю, анимация на чемпионскую нож-бабочку, которая после 25 убийств еще дальше анимация развивается. Ну да, но... В контре такого не будет, в контре будет только обычная анимация с картинкой. Это скины, которые типа по комплектам, либо ты сейчас их покупаешь, либо потом ты их покупаешь через долгое время, но не в комплекте. Это тоже минус. То есть, допустим, если мне нравится какой-то скин, я типа должен ждать 1000 лет, чтобы купить его. И по поводу ценовой политики скинов, это просто жесть, блядь. Все дорого, дорого. Почему так дорого? Почему какой-то так... пестик стоит 600 рублей? Ты сам понимаешь, типа? Что в CS тоже дорогие скины достаточно. Ты можешь... Есть скины, которые приваливают за миллион, а в Valorant таких скинов точно нет ты, еще. Ты в контре можешь собрать себе полный набор, полный сет за дешево, красивый. Там много-много скинов. Там есть скины сообщества, которые рисуют ребята. Ты сам можешь нарисовать скины и участвовать в этом. Тебе еще за это будет бабка... Ой, не бабка, а деньга капать, да? А, по поводу комьюнити. Комьюнити последнее скажу. Никита против, у него уже рука устала. Я скажу. Я ей, по-моему, говорил. А, я же говорил про комьюнити в Counter-Strike, не сказал про комьюнити в Valorant. В Valorant тебе попадаются либо какой-нибудь нормальный европеец твоих лет, то есть там от 18 до 25, который играет нормально, но из-за того, что он европеец, он ноет постоянно. Попадаются подляки, которые не любят русню. Попадаются какие-то девочки, которые не играют и постоянно сидят в аутабе и орут. И попадаются школьники, которые, собственно, и основная аудитория этой игры, потому что... Ты это... аккуратнее с такими словами, потому что, конечно, не тебе прилетит, но мне точно на канал прилетит. А что я сказал? Что все комьюнити Valorant — это школьники. Да все правильно, ничего за это не будет. Ну давай так, подростки, ладно. Школьники, они в школу ходят. Вот. Ладно, хорошо, это, я это смонтирую. Это золотая жила для риотов. То есть основная цель направлена на школьников. Потому что почему? Потому что это сразу видно по сеттингу, это видно по кринжовым выкрикам, которые переносить я уже не могу. Я думал, что в Эпиксе самые кринжовые выкрики. Ну, я их послушал. Я думал, что в Эпиксе кринжовые выкрики, но потом, когда я поиграл в Valorant, меня поразил кринж прямо в самое сердце. Я чуть не сдох, блядь, пока вот играл. По итоге я потом их выключил, не мог с этим играть, я не знаю. Это было что-то интересно только школьникам. Ну все, моя оценка Valorant, блядь, 10 копий из 10 Counter-Strike. Оценка Counter-Strike 9 из 10. Ты что-то, походу, перепутал. Нет, нет, все правильно. В контре есть, конечно, свои тоже минусы, но Valorant никогда не перебьет Counter-Strike. Все, спасибо за внимание.